Освоение нового алмазоносного месторождения «Алроса» начала в 2016 году. «Заря» — пятая трубка за всю историю Айхала. Месторождение горняки называют сложным. «Заря» долго была в резерве. Карьер «Комсомольский» проходит уже третью стадию отработки месторождения, еще затухание объемов. В основном сейчас будут производиться добычные работы. Добыча на карьере «Комсомольский» завершится в 2019 году. И мы должны восполнить запасы айхальского ГОКа новым месторождением трубки «Заря». Чтобы дойти до кимберлита, горнякам понадобится 4 года. В 2016-м с «Зари» вывезли 2 миллиона 350 тысяч кубометров пустой породы. План на 2017 год – 5 миллионов. Январь месяц мы закрыли тоже с успешными показателями. План был 410 тысяч метров кубических. Нами выполнен план в объеме 440 тысяч метров кубических. В итоге на сегодняшний день пустой породы вывезено на гора 2 миллиона 790 тысяч метров кубических. На «Заре» работают новые мощные экскаваторы. Эксплуатируют современные бульдозерные и буровой парки. Часть оборудования перевезли с трубки «Комсомольская». По буровому парку мы тоже обеспечены на сегодняшний день полностью. Получили еще 2 станка. Сейчас они в сборке находятся. Запускаем в работу второй тяжелый бульдозер немецкого производства «Лихтер». В кратчайшие сроки на месторождении силами коллектива создали необходимую инфраструктуру. Установили вагон бытовки, заработал и небольшой диспетчерский пункт. У нас планируется, конечно, установка видеонаблюдения, также перспектива возможного внедрения даже венка, как на карьере юбилейном, да, для того, чтобы улучшить качество учета горного, работы горного оборудования и технологического автотранспорта. Сегодня на «Заре» трудится 130 человек, в том числе и Вячеслав Кукуев. Работает в Айхале 25 лет. «Заря» – четвертая трубка за все время работы в «Алроса». И всегда, ну, интересно, когда ты что-то делаешь первым, начинаешь делать. И тем более у меня так получилось, что вот именно «Заря» первая, где я начал, скажем так, вот, ну, с самого начала, да. Трубка «Заря» расположена в 3 километрах от Айхала. На «Заре» новый горно-обогатительный комбинат и новый город не построят. Добычу руды начнут в 2019 году. Обогащаться она будет на действующей фабрике номер 8. Оксана Мезенцева, Евгений Шапувалов, телеканал «Алмазный край».